Когда я общался с Дмитрием Владимировичем Волошиным, главой городского округа, он меня очень попросил сделать вам подарки, так сказать, тоже загадал желание. Попросил подарить вам этот сегодняшний праздник, что мы с удовольствием и делаем. Сказка была про Мишку, там были зайчики, осел, сова, и было очень много снега. Мне очень понравился спектакль, я прям смотрел, не мог оторваться, мне очень нравится.